потому что дистанционно участвуем во многих международных просветительских акциях, а вот такая проба, когда человек вживую с нами проводит целый вечер, это первый раз. Спасибо большое организаторам за подобную идею, и пусть у этой идеи будет лучше. Это было действительно очень полезно, очень интересно, и мы будем надеяться, что эти встречи будут постоянными, а не так необходимы, особенно для нас, русскоязычных людей Вильнюса, которые стремятся повысить свой уровень языка, и для преподавателей, которые принесут эти знания в школы и будут учить детей говорить правильно. Спасибо большое, ждем вас снова в Вильнюсе. Я была сегодня очень впечатлена работой замечательного театрального коллектива, который мы посмотрели, потому что это было настолько близко всем детям, это было настолько весело, это было настолько интерактивно, что не хотелось сидеть на месте. И самое интересное, что вот таким очень непосредственным языком можно очень многое запомнить. Столько интересных вещей, я думаю, детки узнали и о Муроме, и о наших князьях, и о быте. И все это настолько также переплетено с современным бытом, что это совсем не воспринимается сложной и тяжелой исторической информацией. В общем, это было очень здорово. Я считаю, такой формат знакомства с русской культурой очень важен и необходим. В общем, браво, и давайте идти в этом направлении. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, спасибо.